хип-хоп, ла-лей, друзья. Итак, вот посмотрите, на самом деле тяжелый случай. У вас возраст можно сказать, да? Да. 67 лет. Скована так, нога вот вокруг всего тазобедренного сустава, да, плюс артроз и плюс поднят таз, поднят вверх. Так что нога короче сантиметра на 3-4. Представляете? Сантиметров на 5. Да, даже и 5, наверное, да. Mm-hmm. Так, вот опускайте голову, чтобы расслабленно лежало, расслабленно. Mm-hmm. Да, вы упираетесь так, чтобы да, прямой угол был такой побольше даже, да? А эта нога вот отвисает, и вот туда, и вот, чтобы тут был прямой угол. Ага, руку расслабляйте. Mm-hmm. Мы уже подготовили, проделали блокаду, да, всего сустава, пока он не отпустился, не расслабился. То есть тут массажи уже не помогают. И теперь выдыхаем. И в сам сустав. Потерпите. Ну, тут уже пропустили, да, были хруст. Слышали, да? Так, теперь поворачивайтесь на спину. Помогайте ей повернуться, да? Да, эту руку спать себя. Ну, потаскивайте вот так раз. Сейчас. Помогайте, да. На другую сторону. Не, так, на другую не надо. На другую не надо. И вот эту ногу теперь отпускаем. Расслабляем. Вот видите, она уже, видите, вы не держите. Опять же, мышцы не держите. Моя задача не держите. Это ваш внутренний страх немножко блокирует. Вот моя задача поймать то положение, когда вы полностью отпустите ногу. Сюда, в бок отпускайте. Я держу ее, она не упадет. Отпускайте. Вам же не больно? Пока нет. Ну не больно, вот еще раз держите. Так, еще расслабили. Если не расслабите, ничего не получится. Расслабляем вот тут. Еще. Даже сустав немножко простучу. Не больно внутри? Нет. Вот видите, мы вам хотели заменить сустав. Никакого коксартроза у вас нет. У вас просто артрит. Небольшой, разрушения сустава нет, просто расслабляйтесь. Это мышцы, это скованные мышцы, они вот укорачивают ногу. Mm-hmm. Плюс таз повернут вот туда, на экстензию, еще. Ой. Еще. Ага, и держите, опять держите. Вот это отпустили. Вот уже по вот этим косточкам уже не на 5 сантиметров. Mm-hmm. Пятка, да, пятка тут торчит, а тут уже сантиметра 2 осталось. Я, по-моему, еще не ровно лежу. А давайте вот так, да. Ну, сантиметра 2 осталось. Mm-hmm. Естественно, за один раз это все очень тяжело сделать. Нам надо будет еще несколько сеансов, чтобы mm-hmm. эти мышцы пока совсем конечно. Не отпустить, чтобы провести вот эту мануальную манипуляцию. Я вот лежу, вот это у меня лежит на этом. А это вот как будто бы не достает. Да, вот это бедро. Деформировано. Да, вот это бедро правильное, а это у вас назад. Вот это тут где да, вылазит. Я вы сама назад. Уже определяю. Но я вам не могу сделать прием. Опускайте, видите, вы даже не опускаете, потому что вот сюда. Вот. Не всегда бывает все хорошо и красиво, как вы видите на видеороликах, да? Это работа. Работа тяжелая, трудоемкая, и поэтому в путь, в дело. До следующего раза, дорогие друзья.